Урожай в любое время года. В Пикалево под стеклянной крышей инновационной теплицы зреют томаты, огурцы и салат. Для производства отечественного продукта пришлось обратиться к европейскому опыту. Голландским агрономам удалось вывести семена, которые лучше всего приспособлены для круглогодичного выращивания. Рынок на данный момент после введения санкций даже оказался дефицитным. То есть продукции на рынке не хватает. На рынке, также вы все прекрасно знаете, не так много местных производителей, еще более крупный производитель, чем мы, это Выборжец. И мы абсолютно в данный период даже конкуренции, так скажем, не особо чувствуем. В теплицах установлено искусственное освещение. Овощеводы сами решают, когда у томатов и огурцов наступит день и ночь. Ранее эту технологию опробовали в Северной Европе. Областные агрономы быстро освоили иностранную методику, пройдя обучение в Финляндии и Эстонии.